Сезонные дефекты на полотне в Лиде дорожные службы оперативно приступили к устранению критичной ямочности. Частые и резкие перепады температур через нулевую отметку негативно сказались на состоянии асфальтного покрытия. Количество ям и выбоин на дорогах увеличилось в разы. Медлить нельзя, повреждения могут привести улицы в негодность. В приоритете у дорожников главные артерии города с повышенной интенсивностью движения. Ежедневно рабочие бригады устраняют порядка 60 квадратных метров проблемных отрезков дорожной сети. В сутки укладывают до 6 тонн специальных смесей СОМС. Технологии позволяют применять их до минус 20 градусов. Дорожные службы работают усиленно, ведь от качества и скорости их работы зависит безопасность движения.